Короче, с этой стороны, да? А в других местах как-то их людей нет. Такое место вот это. Горячая. Пещера образуется в результате вымывания воды, и главную роль в пещере играет известняк, который растворяется, и три цвета пород. Белый цвет, когда увидите, это карбонат калцит, коричневый цвет – это глина, в конце пути я вам покажу, там черный цвет – это минерал марганец. Вот те фигуры, которые капают сверху вниз, сталактит называется, внизу сверх сталагмиты, а которые соединяются с сталагнатом. Один сантиметр, что вырастет, надо 100 лет. Но есть минералы в пещере, растения происходят скорее, чем 100 лет, или вообще не происходит, зависит от минералов. Очень полезен воздух в пещере, дышите глубже, полезен для астматиков и для аллергии. И в пещере еще очень огромная энергия, вы можете загадывать желания. Загадывать желания у нас бесплатно. Рассматривайте вокруг, очень много фигурки вы можете увидеть. Фигурки похожи динозаврики, птички, медузы, карлики. Это зависит от вас фантазии. Обнаружили пещеру в 1983 году. Обнаружил Джумбар Джишкариани. Он специалист-спелеолог, помогали специалисты. Когда обнаружили пещеру, хотели сделать, но вложив все грузи 90-е годы, работы приостановлены. Возобновились в 2007 году, а для туристов открыто 2011 года.
У нас очень много экстремальных развлечений у нас в пещере, и у нас очень много экстремальных туров. Без свет, без тропинки, сопровождает специалист-спелеолог, с наружием. Добро пожаловать, если вы любите экстремал, очень много у нас экстремальных туров. В Долгопрудном. Нет, лучше. Да, ехать стоило.